Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дарриди, и мы играем в приложение ВКонтакте. Сегодня поиграем в такую игрушку, как Филворд, найди слово. Это тоже интеллектуальная игрушка, которая займет вашу голову. Нажмите на зеленую кнопку, чтобы открыть Филворды в сборнике. Так, 20 уровней. Найдите все слова, соедините буквы, поведя по ним, чтобы получить слово куб. Куб. Куб, окей. Дым. Отлично, теперь слово дым. Дым. Замечательно, давайте попробуем отыскать букву с помощью подсказки. Найдите букву. Так, найдите букву. Молодец, теперь вы знаете и можете продолжить игру самостоятельно. По скриптам подсказки вы можете купить или подождать, пока они будут восстановлены. А также подсказки выдаются за приглашение друзей в качестве ежедневного бонуса. Так, век. Окей, задание первое сделано, супер. Все слова найдены, филворды выиграны. Это был только первый уровень, сейчас второй. Давайте, это будет посложнее. Найдите все слова в Филворде. Еда. Потом... Пусжон. Пижон. Блин, какого... Суп. Нож. Нож. Окей, три слова, все разгаданы. Супер, все слова найдены. Давайте продолжим. Уровень третий. Найдите все слова. Их опять три у нас, три слова. Куб. Куб, дым, это уже было. И век. Замечательно, ребята. Продолжаем. Уровень четвертый. Найдите все слова в Филворде. Кот, дым, дуб. Отлично. Супер, все слова найдены. Ну, давайте посложнее уже, что ли. Что будет так же по три буквы. Опять. Док, год. Бег. Не знаю, бег. Слово бег по-другому. А, еда, еда, еда. Дог. Есть такая собака? Нет. Хот-дог. Нет. Дог. Слово дог мы не загадывали. Так, три, три, значит, слова. Год, может быть. Тоже нет. Дед. Я думаю, это правильно. Дед. Бег. Год. Все? Угадали? Можно идти дальше. Уровень шестой. Всего лишь два слова тут. Банан. Вата. Не катай вату. Легко отгадали? Наверное, там будет потом одно слово. Так, два опять слова. Па-па-па. Баг. Баг. Погал. Лаг. Да, тут надо подумать. Бага. Пал. Лыб. Лыба. Ну, в смысле, улыбка. Гапал. Запал. Может быть, лапа. Точно, лапа. Лапа и абылг. Глыба. Точно, точно, глыба. Супер. Все слова найдены. Так, восьмой уровень. Найдите все слова. Их три. Дно. Кум. Куж. Нет. Жук. Шум. 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 Это точно.
Супер, выиграли. Продолжаем играть. Ну, в принципе, такая интересная игрушка. Забавная, мне понравилась. Так, опять три слова. Юл... Мяу. Чам, чам, чам. Кюл, люк, люк. Точно. Может быть, уж. Чам, мяч, мяч. Муж, точно, муж. Как я сразу не догадался. Если бы была жена, может быть, я и угадал. Так, 10-й уровень. Найдите все слова. Их у нас три. Так. Со. Лес, конечно, первое. Лес. Почему лес нельзя? Ну, не лес, так не лес. Так, сок. Может быть, это сок? Сел, кос. Луя, яу. Лук. Сель. Яо. Соя. А, ель. Яос. А что такое яос? Или соя? А, соя. Соя. Как же я не догадался про сою. Так. Что-то подзавис, давайте перезагрузим. Филворды. Ошибка обмен данных в социальном сервере. Интересно, в принципе, игрушку мы с вами разобрали, поняли? Ну, давайте, раз можно продолжить, давайте продолжим все-таки. Мало записали. Тут уже, смотрите, тут уже сложно стало. А, четыре слова надо найти. Да, тут началось уже с 11 уровня. Сложно, то есть первый по 10 легкие идут, а вот с 11 уже начнутся вот такие сложные. Клетка расширилась, было 3 на 3, сейчас 4 на 4. Так, ну что тут может быть? Бок. Бокс. Точно бокс. Берег. И последнее хо. Должно закончиться на я, так понимаю. Вдох. Вдох. А, вдох. И лоб. Раз, два, три. Точно, четыре слова мы отгадали. Переходим далее. 12-й уровень. А, тут три слова. Блин, тут уже сложно. Значит, они будут большие. Санан. Сан-Андрес, можешь? Нет. Мена. Минар. Саба. Ка. Сабар. Сабана. Не знаю, может, какое-нибудь такое. Может, это вот... А, тут же три слова. Блин, ну сложно, сложно, ребят. Так, сабан на бас. Давайте букву найдем. У меня подсказки есть. Первая буква Б. Давайте вторую найдем. Ба. Бам. Следующая подсказка будет через 39 минут. Или же можно купить одна штука за один ВКонтакте. Три штука за два ВКонтакте, пять штук за три ВКонтакте. Ну, ладно, пока не будем пробовать, пусть лучше остановится. Бам. Бамбас, я не знаю.
Бамсана. Бамбук, точно, это бамбук. Потом сейчас будет полегче, потому что первые две буквы будут сан. Санан. На. Санар. Хотя, может быть, в другую же сторону. Насан, анас. Ананас, может быть. А. Ананас. Точно, это анас и... Я не знаю. Ремк. Мерк. Крем. Точно, это же крем, ребята. Ужас. На 13, я думаю, мы навряд ли с вами пройдем. Ну, так сразу. Если подумать, можно найти, но нужны хотя бы подсказки, потому что так сложно. Вот 4 слова надо найти. Ночь, допустим, попробовать нет. Ну, в общем, вот такая, ребята, вот игрушка. Сейчас покажу, как называется. Так, филворд, найди слово. В принципе, очень забавно, очень интеллектуально. Стоит напрячь свою голову. Всем советую в нее поиграть. Вот, с вами был Дарья, ребята, всем, кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и впереди нас ждет много еще чего интересного. Пока что, ребята, всем удачи, всем до скорого, пока-пока.